Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Chaos. Играем теперь вторжение в Калимдор, но это компания Орды. Давайте. Орки. Пустоши. Сейчас собирать надо всякие народы там. Корабли, на которых мы плыли, разбились к херам. Мореплаватель тоже мне мотив. Вождь, наш корабль сильно потрепан бурей. Его не починить. Потрепан, расхреначен. Вы выяснили, где мы находимся? Это Калимдор? Мы разведали местность к западу отсюда. Это наверняка он. Отлично. Не видно грома Задиры и других кораблей? Нет, вождь. Мы не видели их с тех пор, как нас разбросала буря. Готовьтесь, мы выступаем. Пойдем вдоль берега. Если наши товарищи здесь, мы найдем их. Так. Духи не знают усталости. Давай-ка. Час пробил. Для начала посмотрим, что у нас есть. В бой! Это у нас что? Свиток исцеления. Да. О, зелье маны. Так, это у нас цепная молния. Блять, надо будет сейчас кататься везде. За честь! Да! За честь! Так. Лок на рож. За честь! Да. Так, так-то. Это один из наших кораблей. Шторм выбросил его на скалы. Да. Свиток защиты. За здесь была большая битва. Земля вся красная от свежей крови. Неужели в этой стране нет ничего, кроме пыли и смерти? Лок на рож. Смотрим. Так, а что у меня за задание-то? Что надо сделать-то? Найдите место крушения кораблей. А, ну тогда пока нормально идем. Да. Не-не-не-не-не, давай-ка сюда для начала. Дабу. Да. Час пробил. На. Нисколько не задумываясь. Конечно, хреначьте его. В бой! Вот так. Час пробил! Духи целители. Да. Вот это нам надо. Никто это мы берем. Уйдет. Будем исцелять нашу группу. Час пробил. Смотри, может, еще что-то положили. Так. Никто не уйдет. Нет, ни хрена, ладно. За честь. За честь и отвагу. Блин. Мне прокачивать его надо. Локтаругар. Я вождь. У этих мерзких тварей лошадиные тела. Локтаругар! Дабу! Ну-ка. В бой! В мерзких тварях лошадиные тела тоже. Так, ну спасти там его не спасли, за конечно. Честь. Займемся этим. Лок-рок. Локтаругар. А, Локтаругар. Займемся этим. Дабу. Ага. Ты первый-то и не едешь, падла. Да. Все с тобой ясно. За честь. Дабу. Ни разу в жизни не видел ничего похожего на эти свиные рыла. По крайней мере, они симпатичнее людей. Давай. Ну, спасибо вам. За честь! Дабу!
За честь! Вождь, среди этих обломков нет тел. Может быть, команде удалось спастись? Тогда они должны быть где-то неподалеку. Табу! На! Час пробил! Да! Лок на рожь! Итак. За честь! Давайте исцелимся немного. Чего? А, всего парочка, да, у нас пострадала. Блин, сюда спуститься пониже сразу. Или на повыше подняться. Повыше-то вроде и нет, пока что еще ничего. Так, дух-целитель помер. Перепяти. Да. В жизни передряг. Дабу. Да. Час пробил. Лок на рожь. Дабу. На. Не жалей. Час пробил. Лок на рожь. В бой! Займемся этим. Так. Духи не знают устали. Давайте смотреть, что здесь есть. Час пробил. Никто не уйдет. Блин. Свинку жарят. Остановитесь, час поешьте. Локтар-угар. Благодарим за спасение. Надо торопиться. Свинолюды говорили о других кораблях. Так. О других кораблях. Хм. Дабу. Так, и раз мы сюда не можем. Зачем? Вот сюда, значит. Жеребцы сейчас перережут этих быков. Мы пришли сюда, чтобы избежать бойни. Ну-ка. Но, похоже, мир везде одинаков. Блин. Дабу! За честь! За Дабу. Честь сгораний и умён. Да. Прощай, Нурвол. Хм. Мы в рай едва ли попадем. В бой! Дабу! На! Никто не уйдет! За честь! Дабу! Так. Хм. Все понятненько. Все с вами ясненько. Блять, из-за того, что только криволапый на собаке ездить толком не умеешь. Два. Сохранить. Да. Тромка, вождь. Мы знали, что вы нас найдете. Тромка, воин. Я рад, что вы уцелели. Вы из отряда задиры? Где остальные? Не знаю, вождь. Нас разметала буря. Мы только что сюда добрались. Час пробил. Хм. Ва. Кого убить? А. Хозяин, Сквобу. Локтар-угар. И я вождь. Локтар-угар. Давай. Дабу. Бери кольцо. Да. За честь. Займемся этим. Хм. Давай, давай. За честь. Да. Повышение ловкости героя на один. Хм. Ну давай сначала сюда посмотрим, что здесь у нас. Дабу. За честь.
Хм. За честь. Да. Дабу. В бой. Да. На. Во. Час пробил. За честь. Да. Так, так, так. За честь. Похоже, эти жеребцы собрались на войну. Жеребцы. Ну-ка, давай-ка сюда сходим. Посмотрим, что здесь у нас. Девяносто три. Ой. Да. Да. Я вождь. Так. А? Глоктар. Займемся этим. Так. Глоктар Угар. А где у меня этот раненый-то? Вот он. Так. Дабу! Сюда можешь сходить. Хм. Да. Дабу! В бой! Да. Да. Локнорож. Свиток зверя. Чего прикажешь? Куда пойдем? Идите нахер. Так и сделаю. Да? Я вождь. Давай, бери свиток. Что он дает? Чтобы испытать предмет, щелкнуть. Так, увеличит урон, наносимого дружественными войсками. Время действия 45 секунд. Вау. Ну вот. А выйти не хотели. Займемся этим. Смотрим, как эти кони там бегают. Блин. Жалко, что сундучок маленький у меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Кони бегают по кругу. Сохраните игру 3. За честь. Я вождь. Хозяин Шквабу. Займемся этим. Да. На. Дабу. Вот так. Никто не уйдет. Час пробил. Давайте. В бой. У нас преимущество, у нас просто дохренища. Да. Все, все питаться. Духи не знают усталости. Хм. Да. За честь. Сюда, за угол. Да. За честь. Хм. Дабу. За честь. Займемся этим. Давай. Сейчас ребята прибегут, они тебя отхреначат. От петушат ваших птичек нахрен тут. Час пробил. Никто не уйдет. Дабу. Вот так вот. Чего прикажешь? Глоктар. Я вождь.
Да? Зак-зак! Кого убить? Ладно. Лохтар-угар! И я вождь. Да. Хм. Духи не знают сюда усталости. Сходи. Да. Да мы... Займемся этим. Хм. На. Не знаю, что вы, блин, тут забыли, но вы опиздюлите знатно. Лок-н-рош. В бой! За честь! Лок-н-рош. На. В бой! Еще разок. Некуда класть. Некуда класть. Ладно. Дабу. Да. Так, это, по-моему, так позволяет герою применить заклинание щит, молнии, да. Лохтар-угар. Это вот на берсерков сейчас будем применять. За честь. Хм. Дабу. Так можно было бы наверх, конечно. Дромка, вождь. Рад встрече, воин. Не видел ли ты? Кнелюги атакуют! Защищайтесь! Локтар! Локтар! Это разве атакуют? Ну, пока рано нам использовать этих волков. Блять, мы что, прошли, что ли? Я Керн, вождь минотавров Кровавого Рога. Вы зеленокожие сражались свирепо и доблестно. Кто вы? Я Трал. Это мои братья, орки. Мы пришли сюда в поисках судьбы, предначертанной нам. Ха, ищете судьбу? Придет время, и она сама вас найдет, мой юный друг. Впрочем, далеко к северу есть оракул, который, быть может... К северу? Но на север направляется армия конелюдов. Что? О нет! Там моя деревня! Я должен побольше разузнать об этом оракуле. За ними! Подожди. Защищать Керна любой ценой! Хм. Дабу! За честь! Ну-ка, давай-ка посмотрим, Дабу. Что у нас тут. За честь! Никто не уйдет! Хм. На! Давай. За честь. Лок-н-рош. Да. Давай-ка. Блин, кто-то один помер у меня нахрен. Так. В бой. А что мы поимели? Дабу. Талисман здоровья. Лохтар-угар. Час пробил. Ядовитый морлок. Вау, зелье маны. Хм. Смотрите, что мы берем. За честь. Дабу. В бой! Час пробил! Еще? Да. Еще? В бой! Час пробил! Вот так. Никто не уйдет! Я вождь! Посмотрим сейчас.
Лечебное зелье. Ну, у меня пока все нормально с этим. Лохтар Угар. Чего прикажешь? Твою мать, а ты как отстал-то? Табу. Зак-зак. Займемся этим. Дабу. Да. А, все, конец карты. Лохтар Угар. Блять. Я уж думал, у меня кто-то помер нахрен. Ах, а где у меня этот? Ну-ка давай. Да. Куда вы ушли-то, блядь? Бля, ну... Да, такая-то. Хм. За честь. Давай. Да. За честь и отвагу. Хм. Дабу. Да. Давай, давай. Час пробил. За честь! Локнрош! Мы успели вовремя! Идет следующая волна. Ой, да с этим-то без проблем у нас. Локнрош! Час пробил! Никто не уйдет. Да, и вот этот самый гущий-то остался, это вообще пипец. Никто не уйдет. За честь. Час. Локнараш. Они снова здесь. Давай. Лохтар Угар. Да. На. Я бош. Локнрош. В бой. За честь. Черт! На сей раз они нашли себе защитника. Да. Ну-ка, давай-ка. Вот так. За честь. Займемся этим. На. Лохтар Угар. Где у меня тут, блин, надо было что-то собрать, можно было. Точно. Зелье. А, все, да? Задание выполнено случайно. Бля, не успел я. Твою племя спасено, старейший. Благодарю тебя, юный вождь. Скоро нам придется отправиться на север. На зеленые луга Мулгора. Кентавры распугали всю дичь в округе. А я не могу допустить, чтобы мое племя голодало. И ты боишься, что эти разбойники догонят вас? Да. На равнинах этим дьяволам нет равных в скорости. Расскажи нам, как добраться до Оракула, и мы с братьями проводим вас. Юный Трал, ты не перестаешь удивлять меня, как и твой народ. Мы с радостью примем вашу помощь. Продолжить. Ну, здесь, кстати, да, интересные такие вот, это, как сказать, первоначальные миссии, они всегда интересны, чем то, что ты только начинаешь развиваться. А не то, что продержитесь нахрен 20 минут, 30 Эта минут, час. Земля сурова и прекрасна. Что-то, блин, продержитесь. Откуда пришел Бесячая. Мой народ? Да, минотавры всегда чтили мать-землю.
Свободное кочевье по бескрайним равнинам далеко не самая худшая судьба. Нам, кстати, надо было в прошлой игре возможно, мины брать. Но мой народ ставить. Заслуживает той земли, которую мог бы назвать своей. Ну там пипец, надо героя слева направо мотать, только успевать. Появился табун кентавров. Они скачут прямо на нас. Керн, Кадои тяжело нагружены и нуждаются в отдыхе. Может быть, тебе стоит остаться здесь и охранять караван, а нам поискать оазис? Ха! Незачем со мной нянчиться, юноша. Может, я и юноша, но уж никак не беспомощен. Так. Я вождь. Так, приведите караван. Так, караван во второй оазис. Приведите караван в третий оазис. Ага, не должен погибнуть. Локтаругар! Хм. Да. За честь. Так, они нас за жопу будут кусать, я так понимаю. Табу. Помню, если правильно. За честь. Сзади подбегать будут и кусать. Да. В бой! Занимайте оборону! Локтаругар! Прочь с дороги! Табу! Час пробил! На! Хм. Блин, деньги-то капают, а смысл мне от этих денег-то? Что прикажете? Я вождь. Держите оборону. Защищайте Кадои. У меня кто-то помер. За честь. Минотавров не застать врасплох. Блин, не могу сказать Сбой. Ничего толком-то, блин. Нас атакуют. Это мы атакуем. Блять, даже не знаю, покуда нам идти сейчас. Дабу. Хм. Да. Ладно. Хм. Извините, но мне дороги. Дабу. За честь. Духи не знают усталости. Бля, они помирают у меня. Я вот. Кентавры вернулись. Они атакуют. В бой. Никто не уйдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Духи не знают усталости. Дабу. Волки на хвосте будут, мало ли. Тромка, воин. Ты из клана боевых. Фу, слава верно? Богу. Да, вождь. Я из отряда, который Задир отправил на поиски. При нападении конелюдов мы разделились. Не волнуйся, мы найдем твой отряд. А пока выпей воды из озера. Духи этого места восстановят твои силы. Восстановит, то восстановит, но... А нам-то как? Да. За честь. Хм. Так, вы отсюда пришли, за значит, честь. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Никто не... Разбойники вновь атакуют. В бой, братья мои! А? Локтар! Локтар, угар! Дабу! Духи не знают усталости. Подожди, поддержка всегда нужна. Хм. Да. Хм. Локнарош. Никто не уйдет.
тому! За честь! Вау, свиток маны, это, конечно, вот что надо. Блять, я даже не знаю, правильно я прокачал, нет, они за честь. Так-то мощные. Да. Давай, давай, давай. За честь. Час на нахрен. Давай. Пробуем завалить его. Держите. Давайте оборону. Ебашьте его. Защищайте Кадоев. Кадоев. Час пробил. Нас атакуют. Ну-ка давай. Локтар Угар. В бой. Духи не знают усталости. За честь. Твою мать. Дабу. Час пробил. Ну-ка. У меня все лучники, ой, все копьеносцы, блин, погибли нахрен. Локнарош. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас за честь. Здесь бывает. Локтар Угар. Час пробил. Его мать, все кентавры. В бой! Час пробил. Локнарош. Свиток исцеления, это то, что мне надо, да? Вождь. Держите оборону. Защищайте Кадоев. В бой! Дабу. Давай. Локтар Угар. Не знаю, успел я, не успел. Мне как-то уже насрать на это. Кто? Где? Да. Вы охренели, что ли, блин? Позже. Так, давайте, да. До второго оазиса. Дабу. Вау. Приветствую. Сюда, тебя, давай, 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 давай. Мы к твоим услугам. За честь. За честь старания. Так, давай-ка еще раз исцеление возьму лучше. Духи не знают усталости. Дабу! Держите оборону! Защищайте Кадоев! За честь! На! Локнарош! Никто не уйдет! Я хоть этих нахрен подлечил. Да. Час пробил. Что нужно? Эй! Давай. Вперед! Локтар Угар. Перебили их, нет?
Чё это на халяву? Вау, мантия ученого. Духи не знают. Давай, бери. Только скажи. Локтар Угар. За честь. Да. Держите оборону. Защищайте Кадоев. Блять. Говорю, за жопу говорю. Хотят укусить, суки. Духи не знают усталости. На пиздов ему наставляй. За честь. Бегом, бегом сюда. Да. За честь. Бегом, бегом. Сюда, сестрички! Давно мы не лакомились чужеземным мясом. Вы охренели, что ли? Не советую, дорогуши. Когда мои волчары прижмут вас к земле, вырваться вам не удастся. Я вождь. Давайте. Локтар Угар. За честь. Я вождь. Твою мать, на! Хрен тебе. Захреначьте ее. Локтар Угар. Чё за тотем? Давайте, свиток исцеления. Займемся этим. Так, берем. Я вождь. Блять, и собачки исчезли. Ладно. Держите оборону. Защищайте Кадоев. Ну, наконец-то, оазис. Блин. Эти-то тоже дохнут. Катапульты боевых топоров могут пригодиться. Так, это у нас будет так. Духи не знают усталости. Локтар Угар. Где-то что-то, кто-то воюет. Дабу. Я вождь. Дабу. Займемся этим. Я вождь. Да. Займемся этим. Держите оборону. Тихо. Защищайте Кадоев. Блять, не то нажал. Это где у меня музыка? То ли в наушниках, то ли нет. Духи не знают усталости. Так. Я вождь. Духи не знают усталости. Займемся этим. Духи не знают усталости. Вот так. Я вождь. На, сможешь? Держите оборону! Защищайте Кадоев! А? Хочу посмотреть, что там. Локтар Угар.
займемся этим. В бой! За честь! Дабу! Я вот. Давай. Хренахнул. Не знает усталости. Хм. Локнарош. Локтаругар. За честь. Духи не знают усталости. Локтаругар. Это большое должно дать за него. Духи не знают усталости. Давайте. Табу. Воскресит. Нет? Воскреснет. Займемся этим. Никто не уйдет. Хм. Хреначьте его. Вождь. Держите оборону. Защищайте Кадоев. Так. Локтаругар. Займемся этим. Книга ловкости. Локнарош. Так. Хм. Я вождь. Ну пока получается. Так. Займемся этим. Я вождь. Займемся этим. Молгор лежит как раз за этим перевалом. Но боюсь, кентавры разграбят караван раньше, чем он достигнет цели. Да почему? Ты подожди. Чего прикажешь? Займемся этим. Давай. Держите оборону! Защищайте Кадоев! Локтаругар! Да. Займемся этим. На. Блин, маны вообще пипец расходуют. Я вождь. В бой! Займемся этим. Локтаругар. Духи не знают усталости. Так, а эти-то, по-моему, не будут целиться. Целиться. Ну, ну правильно, не целиться, а целиться. Оазис. Я вождь. Хм. Так. Ну мы вроде дошли. Основная миссия выполнена. Ну. Керн, караван не успеет пройти. Пусть гнев Матери Земли воздаст этим мерзавцам по заслугам. Обруш горы! Золото Маккенны нахрен! Это фильм, кстати, такой. Больше они нас не побеспокоят. Конечно, нет. А ты, юный вождь, можешь продолжать свои поиски. Оракул. А ты, что юный он собой представляет? Можешь и дальше лежать на диване. Легенда говорится, что он видит нити судьбы такими, как их сплела Мать-Земля. Только он может показать тебе твою судьбу. Где мне его искать? Далеко на севере, у мглистого подножия Хиджельских гор, находится пик Каменный Коготь. Там, в пещере,
Ты найдешь своего оракула. Отправляйся в путь. Я дам тебе лучших кадоев. Благодарю, Керн. Кадоев. Я не забуду тебя. Иди с честью, юный вождь. Да хранит тебя мать-земля. Дай бог, дай бог. Да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.